нескольких эпизодах. Элис похитили. Алан, прошу, помоги. Элис? Сделаешь все, как я скажу, если хочешь снова увидеть жену. Об этом знали только я и Барри. Черт, Барри, они убьют ее! Ты мой лучший друг, я боюсь, что ты не в себе. Выкуп, якобы моя рукопись, события которой сбываются. Прямо как на той странице, которую я нашел. Я пока нашел лишь несколько страниц. Мне нужна вся рукопись. Срок истекает через 2 дня. Я нашла страницы мистера Уэйка. Молодчина. Как ей вообще удалось заполучить рукопись? Ну, не знаю. Она находчивая. Говорил же, ты с ней слишком строг. Слушай, я тут раскопал массу интересного, пока искал... Да. Мистер Уэйк, это шериф Брейкер. Здесь с нами агент Найтингейл из ФБР. ФБР? Ему не терпится с вами увидеться. Вам лучше приехать в участок. Ладно, я скоро буду, шериф. Так, нужно торопиться. Чем могу помочь? Я Рэндальф, заведующий. Мы ищем Роуз, официантку из закусочной. Роуз? Знаю ее. Милашка! А вы кто? Я Алан Уэйк. Писатель, да? Слышал по радио, что вы в городе. Что ж, провожу вас к трейлеру. Роуз хорошая девчонка. Всегда вовремя платит. Как я и говорил, Ал, я просмотрел подшивки. Просто море всякой мистики. Это место просто дикое. Исчезновения, странные убийства, ожившие городские легенды. И, кстати, больше всего этой мути творится вокруг озера Колдрон. В точку, мистер. Индейцы верили, что озеро – путь на тот свет. Я-то сам человек богобоязненный и несуеверный. А, понятно. В общем, был на озере остров. Принадлежал некоему Томасу Зейну. Я прочитал в газетных статьях, что он был известным писателем. Но сколько я ни искал, ни одну его книгу найти не удалось. Зейн был ныряльщиком. Таким заядлым, что остров назвали островом ныряльщика. Но в 1970 году случилось извержение вулкана, и Зейн потонул вместе с островом. А уж с ума сойти. Оно тут с самого утра, будто с неба упало. Наверное, из-за торнадо. Повезло, что трейлеры не задело. Пойдемте, провожу вас к трейлеру Роуз. Дальше вот что. Местная девчонка, Барбара Джаггер, утонула в озере за неделю до этого. Зейн любил ее. Точно. Джаггер теперь местная легенда. Озерная ведьма настигает в темноте. Детские сказочки. Короче, Ал, самое интересное. Все статьи по этой теме написаны Синтией Уивер. Я разузнал. Оказалось, это та бездомная, что ты видел. Что? Фонарная леди? Она чудачка, но не бездомная. Да, ну, в общем, она знала при жизни и Джаггер, и Зейна, а после у нее случился срыв. Вот, мистер, это трейлер Роуз. А что у вас к ней за дело? Поговорить надо, вот и все. Добро пожаловать в... Боже, мистер Уэйк, я так рада вас видеть. Роуз, рукопись у тебя? О, да. Да. Заходите. Эй, отличный кофе! Роуз.
Да? Моя рукопись. Она мне очень нужна. Я понимаю. Я знаю, что вам нужно. Муза-вдохновительница. А, Барри. У нее ничего нет. Да. Эй, Алла. Алла, что? Барри! Что за... Что? Она идет за тобой в обличии моей Барбары. У меня нет сил остановить ее. Ты должен зажечь свет. Я обещала, что зайду проведать тебя и твою жену. Ты должен завершить начатое. Я настаиваю. Ты должен зажечь свет. Зажги свет. За работу, парень. Меня мутило как с похмелья. Только гнев помогал мне идти. Я уже не могу отличить реальность от сна. Но похоже, у меня появился воображаемый редактор. Пожилая женщина в траурном наряде. Я зову ее Барбарой Джакер. Она очень строга. Заставляет меня писать все быстрее и быстрее. И она редко довольна результатом. Ее правки становятся все жестче. И с каждым днем в истории все меньше от меня и все больше от нее. Меня это бесит. Но я знаю, она права. Она обещает, что так я смогу спасти Элис. Она знает больше меня, о чуде, что я пытаюсь сотворить, и об этом месте. Она уже когда-то работала с другим писателем при схожих обстоятельствах. Это был Томас Зейн. У истории как будто меняется жанр. Она превращается в роман ужасов. Развязка уже близко. Я это чувствую. Из-за Роуз я потерял целый день. До встречи с похитителем оставалось меньше 12 часов. Нужно было лишь затащить Барри в машину и выбраться на дорогу. Приветствую вас, закусочный, дорогой олень. Что вам предложить? Кофе? Я не мог злиться на Роуз. Что-то овладело ею, оставило свою метку. И все из-за меня. Первая добавка бесплатна. Молоко и сахар на стойке. Хотите узнать меню на сегодня? Спасибо. Мое оружие и фонарик пропали. Нужно было как можно быстрее найти способ затащить Барри в машину. Времени не было. Рэндальфу нравилась Роуз. Ее улыбка и милый характер, который она сохранила, несмотря на удары судьбы, после которых легко было зачерстветь. Что она делала в своем трейлере, конечно, было не его дело, но чужаки, писатель и его наглый дружок, не вызывали доверия. Они торчали там уже несколько часов. Обычно в это время Роуз уже давно спала. Он потянулся за телефоном и позвонил шерифу. Я выглянул подышать свежим воздухом. И вот что я вам скажу. Погода портится. В такие ночи мне особенно приятно беседовать с вами, а не лежать дома в постели. Когда погода выкидывает такие фортели, мне не спится. Ворочаюсь на измятой простыне, думаю о плохом, а если удается заснуть, то снятся кошмары. Только ли мне? Может и так. Ну ты сейчас получишь. Бог знает, что ты сделал с этой бедняжкой. Это агент Неттингейл, ФБР! Руки вверх, Хемингуэй! Ты арестован! Только шевельнись, и я разрежу обойму в твою чертову рожу! Стой, где стоишь, Стиллэйн! Чертов маньяк! Мне
хотелось спасать Барри, но я не мог пропустить встречу с похитителем. Бросьте, мистер Уэйк, не надо! За ним! Не дайте ему уйти! Михаил! Живо, живо, живо! Упустите его, и я вас закрою! Он попробует пройти тут. Я обошел! О, черт. Расходимся. Эй! Его не видит! Уходит! Твою мать, куда он ушел? Он исчезает, внимание! Он ушел! Нужно, парни! Закроем дорогу! Десятилетиями тьма, носившая облик Барбары Джаггера, спала в темной обители, бывшей ей и домом, и тюрьмой. Она знала лишь голод и боль. Во сне она вновь и вновь переживала ночи торжества, когда вдохновение подняло ее из глубин и позволило на несколько мгновений обрести свободу. Рок-звезды потревожили сон, в который ее в конце концов погрузил поэт, а когда она почувствовала на пароме писателя, она очнулась. Роуз не знала, как эта странная дама проникла в ее трейлер, и она выглядела как-то не так. Женщина показала зубы в подобии улыбки и провела пальцем по щеке Роуз. «Красивая девочка», — сказала она. Роуз почувствовала, что засыпает, вот только ноги не подкосились. Старуха шептала ей на ухо, и слова ее были черны и холодны, как лед. Ужас окружал меня везде, куда бы я ни шел. У копов не было ни шанса. Они ведь ловили писателя, а не монстра. Остановитесь! Бежать некуда! Стоять!
Маллиган, Торнтон, ответьте, прием. Это Торнтон. Джейдж, мы взяли Уиллера и Роуза. Они не сопротивлялись. Эй, Маллиган, ты что это? Да ладно. Сядьте и дай сюда. Джейдж, это Маллиган, прием. Ага. Вдалеке виднелись огни радиостанции. У нас здесь Уиллер и Роуз. Уиллер пьян или чем-то накачался? Кстати говоря, от этого федерала явно попахивало шотландским одеколончиком, если вы понимаете, о чем я. Прием. Я ничего об этом не знаю, Маликан. Прием. Ладно, неважно. Все равно Роуз ведет себя как совершенно чёрный. Я подумал, что радиовышка вдалеке принадлежит местной радиостанции. Мэйн казался хорошим парнем. Может, он скажет, как добраться до шахты? К воротам льнули какие-то жуткие тени. Тьма шла за мной и пыталась остановить. Без света мне не пройти. Генератор заглох. Надо глянуть, не удастся ли его завести. Почти сразу сообразил, что это световые гранаты. Для моего случая это идеальное оружие. Первая группа, ответьте, прием. Первая группа, это Шериф Брейкер, доложите, прием. Очередной звонок. Вы на волне КБФФМ и в студии Пат Мэйн. Пат, это Милт Пибоди. Что нового, Милт? Ну, я живу возле трейлерной стоянки, Пат, и там сейчас какая-то суматоха. Ну, это по дороге прямо от меня. Не знаешь, что происходит? Я не знаю, но там куча полицейских машин, воют сирены, вертолеты отсекают.
После прикосновения темной сущности, Роуз погрузилась в черно-белые сны. Пожилая дама пообещала, что ее желания сбудутся. Она станет музой Алана Уэйка. Роуз улыбалась так широко, что было больно. Она закинула в кофе снотворное, а глубоко внутри девушка кричала от ужаса. Надеюсь, Мэйн сможет одолжить мне машину. Спасибо вам за ваше сострадание, Лорна. О, вот так сюрприз. У нас тут знаменитый писатель Алан Уэйк. Друзья, я попробую уговорить его дать интервью. Прошу, мистер Уэйк. Я так рад, что вы зашли, мистер Уэйк. Бежать некуда, Дэн Браун! Отойди от Мэйна! Не тронь его! Полегче. Положите оружие. Все мы тут друзья, да? Остынь, Найтингел. Мы его взяли. Фу.
Господи Иисусе! Да что с тобой, черт возьми? Там же штатский! Я столько раз падал с обрыва, что это просто смешно. Не надо было называть книгу «Внезапная остановка». Может и хорошо, что я не смог рассказать Мэйну, куда я шел. Мне пришлось бежать от копов и самому пробираться к шахте. Найтингейл смотрел на темный лес за разбитым окном. Он направился к выходу, но Мэйн схватила его за руку. «Молодой человек, вы едва меня не застрелили. Нельзя же так палить по людям. Да что с вами?» Найтингейл вырвался и вышел из комнаты. Его щеки горели от гнева и унижения. Дэнни вышел, а назад валилось нечто иное. Чужак. Монстр. Уолтер попытался убить его. Сначала кулаками, потом стулом. Тщетно. Она все нападала. Оставалась невредимой. Когда Уолтер наконец-то спустил ее с лестницы в погреб, им овладел страх. Он бросился за руль, завел двигатель. Выпивка не поможет забыться, но попробовать стоило.
У энергетической компании не было никакого резона оставлять здесь свет. Как будто специально для меня. Бульдозер заревел и попер на пролом, разбрасывая грязь и камни. Он пробил бетонную стену и тяжело ввалился во двор. Будь бульдозер животным, он бы потряс головой после удара, уставился на меня и атаковал. Правда, у него не было ни головы, ни глаз. Тени превратили его в монстра, и этот монстр пришел за мной. Сара доверяла своим инстинктам, а те утверждали, что агент Найтингейл мерзавец. Что-то с ним было не так, и не только запах перегара. Что-то в манере показывать жетон, кичиться положением и смотреть на людей в ожидании ответа. Где Алан Уэйк? Что за несчастный случай? Где жена писателя? И самое важное, почему она дала Уэйку уйти? Сам он на вопрос не отвечал. Это дело федералов. Все, что он сказал ей. Алло? В жизни не встречала такого упрямца. Элис? Элис! Алан. Я так боюсь. Держит меня. Умоляет, помогите мне. Я смотрю на тебя. А это будто и не ты, а какой-то незнакомец, похожий на тебя и даже с твоими глазами. Элис, я здесь. Я так одинока здесь. Теперь вообще все полетит к чертям. Да я уже схожу с ума. Помоги. Связь была отвратительной, но в этом звонке было еще что-то не так.
Она говорила как-то странно, но она позвонила. Труба вывернулась из стальной конструкции моста. Окутанная тьмой, она парила в пустоте и подергивалась. Сперва я не понимал, что предо мной. Она с немыслимой силой рванулась ко мне. Я едва сумел отпрянуть. Когда я направил на нее фонарь, она содрогнулась от зловещей ярости и снова полетела на меня. Впереди виднелся железнодорожный мост, а на другом берегу какой-то склад. Я надеялся, что там найдется машина. Подчиняла себе все на своем пути. Я захлопнул дверь прямо перед его наглым лицом. Он умолял открыть ее, что характерно. Ублюдок серьезно думал, что я подчинюсь. У меня не осталось сочувствия. И вины тоже. Не перед ним. Какое-то время я наслаждался его криком. Ручаясь, в тот момент я улыбался. На большее не хватило времени. Темная сущность была в доме вместе со мной. Когда я только начинал интересоваться писательством, Стивен Кинг был для меня вдохновителем. Я думал обо всех неодушевленных предметах, оживавших в его книгах. В хороших ужастиках никто не может быть в безопасности, особенно главный герой. В этом и шарм. Я в безопасности не был. Тьма могла владеть всем, и она приближалась.
Мы принимаем факты нашей жизни как должное, не отдавая отчета в том, что они лишь тонкая вуаль отчаянного самообмана, покрывающая безбрежный космос безумия и ужаса. Нередко древние легенды сбываются в Найтсбридж. Сегодняшняя серия – семейный праздник. Журналист Элвин Дерлетт был не слишком удачлив в сборе материалов о местных обычаях закрытой общины в Найтспрингс. До этого вечера. Что ж, я рад, что вы передумали. Древние обычаи, местные легенды. Мы такое любим. Да, мистер Дерлетт, нам не очень-то хочется вскрывать эту тему. Но вы серьезно настроены. Еще бы. Просто делайте, что нужно. Я не буду мешать. Вообще-то, я думала, вы нам поможете. Нам нужен человек. Это обеспечит вам взгляд изнутри. Правда? Конечно, мистер Дерлетт. Ну, думаю, это... И что же мне делать? Оу, вот. Позвольте вас поцеловать. Я... Что? Что вы? Мистер Дерлетт, нексибирка, живущий во плоти, доволен вами. Ваше тело вместит тысячи его детей. Слава ему! Нет! Дорогой, спокойно. Элвин Дерлетт получил суровый урок. Отправляясь искать мифы, будь готов к тому, что они могут найти тебя сами. А такие гости всегда приносят плоды. Найтспрингс. Тьма накатывала на меня, втягивая в себя все, что могло оторваться от земли, цепляясь за мою одежду. Я увидел фонарик, который уронил похититель, и метнулся к нему в тот самый миг, когда ощутил, что ноги отрываются от земли. Тьма стиснула меня в стальных объятиях. Чудом мне удалось включить фонарик. Тьма взревела и отшвырнула меня. Я упал и покатился к темным водам озера.